сегодня спонсор нашей передачи — компания Mazda. Она предоставила нам сегодня автомобиль замечательный. Да, на котором мы уже просвистели. Вон он. Нет? А, нет. Это вышка. Да, потом смонтирую этот телефон, что ж привелся. Ну давай я тебе это лучше. Ну да, у меня лучше видео будет. В любом случае. Ты бы не отвлекался. Скайдайвер-улавливатель, видишь, там растянут. Что это? Кольцо. Не знаю, что это такое. Место для посадки. Вот это вот так должна выглядеть новая трасса. Вот вся. Где мы, да. Давайте. Сейчас с тобой. Ну, я имею в виду в Крыму. И Таврида. Да, Крыму, да. Да, да. Это будет способствовать развитию и турпотока, и бизнеса, и, соответственно, предпринимательства. Да, чем больше людей, тем надо больше гостиниц строить. Как Крым стартанет. Да. В принципе, с точки зрения как бы инвестиционной привлекательности, я думаю, сейчас очень хорошо, потому что я думаю, что и цены подрастут. Сейчас самый хороший период, чтобы зайти. Потом будет дороже, но для инвесторов. Ну да. Так, в принципе, есть возможность, я думаю, турпоток больше, кто-то предпочитает в квартирах останавливаться. Соответственно, раньше, например, многие люди с достатком, они не поехали бы в Крым, потому что это неудобно, какие-то паромы, тяжело. А тут можно на своем собственном автомобиле комфортно доехать. Макс, знаешь, я тебя попрошу, на мосте, в центральном, хотя или при подъезде к центру, максимально медленно едь. Я постараюсь вытащить ее в эту. Но будем работать, как говорится, на задачу. Единственное, что мы добропорядочные. Это понятно.